Вы слышите, как снег скрипит? А это значит что? Правильно! Мороз и солнце, день чудесный! Доброе утречко! Я не икала 100 тысяч лет. Сейчас икаю уже на протяжении, наверное, минут 15. У меня уже все легкие болят. Не знаю, с чем это связано. Короче, сейчас я вас приклеить. Мы с вами едем на работочку. У меня сегодня рабочий день. Ой, Саня дома. И на улице сегодня. Ну, сейчас минус 11, а с утра было минус 14. Хотя сегодня 30 ноября. Это самое холодное. Самый холодный последний день осени. Ох, ну это солнце! Ой. Сказочные деревья. Ну, красота. Мороз и солнце, день чудесный. Ты все дремлешь, друг прелестный. Извините меня, пожалуйста. А Волга должна была замерзнуть. Замерзла, лед стоит. Грязь, лед, небо. Красотища. Солнце, мы так скучали. Когда маме некогда готовить, нас выручает экспресс-кафе. Это кафе находится у нас по дороге перед домом уже практически. И здесь такая домашняя кухня, очень вкусная. Ой, вот еду. Загородила там выезд в машине. Сейчас я встану. Домашняя кухня очень вкусная. Есть и плов, и пюрешечки с котлетками, и большие очень порции. И прям как домашняя еда. Очень так чистенько, аккуратненько. Вот, поэтому мне когда совсем некогда готовить, я могу здесь детям взять на обед. Сейчас Полина пошла сама выбирать, что ей хочется. Покидала меня какими-то воспалениями, холодно, видно. Вот, сейчас Полечку высажу и поеду обратно на работу. Мой обед. Помидорка жареная с яйцом. И прям я в последнее время, что-то зима, что ли, не знаю. Прям хочется сливочного масла. Намазала себе на хлебец. Такой один тоненький совсем, а другой жирный. И дети, вот. Рис с котлеткой, с помидоркой. Приятного аппетита. Солнышко так у нас и держится. Выпустила Саню первый раз на улицу за 2 недели. На 15 минут. Довольный. Свобода попугаем. Карьеры, 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 карьеры. Везде в интернете новость о том, что карьеры замерзли, все катаются на коньках. И снега нет, и сплошной крутой лед. Самый большой каток города Твери. Мы как-то уже с детьми так приезжали сюда, но сегодня мы с Полишкой вдвоем доехали. У нас было 10 минут до захода солнца. Мы успели. Много народ, там где, правда, недалеко. О, красота! Байкал! Почти Байкал. Если у вас нет снега за окном, то вам нужна заставка «Зимнее окно». А у Саймона сегодня день рождения, ему 1 годик. И у него торт из еды кошачьей со сметанкой. Мама, какой тортик вкусный, Саймон. Вкусно?
Ай, с днем рождения! Вот надо было в колпачке фоткать его. Давай. Как вкусно. Саймон, с днем рождения. Иди погадать. Скажи, может, ты ему делал тортик? Года твой помню. Тортик ему нравится. Ему без такой тоже. Видите? Я не верю своим глазам. Но мы через 3 часа улетаем. Наталья сидит на 4 стульях, берет слева чай, справа чай, обманывает стюардесса аэрофлота.